забыла весна. Шорохи листьев, рассветы и ливни, в небе ночном плывет луна. Над молчанием улиц длинных на земле. Только ты привезешь пенье птиц и цветущие вишни. Вновь босиком весенний дождь будет бегать по теплым крышам. На земле большой в этот час все для тех, кто ждет, все для нас. Почтальоном спешит я опять-опять. На столбах проводам не спать. На земле большой в этот час все для тех, кто ждет, все для нас. Самолеты летят, корабли плывут, те края, где любимых ждут. Ты приезжай, я давно тебя жду. Ты торопись, я не знаю, что делать. В городе май, а я иду по январским сугробам белым. На земле большой в этот час все для тех, кто ждет, все для нас. Почтальоном спешит и опять-опять на столбах. Края, где любимые ждут. Певица, о которой мы сегодня вспомним, яркой звездой пронеслась по эстрадному небосклону 60-х и в 73-м году уехала из СССР. Сейчас она живет в Германии, а ее имя и сегодня многие помнят и любят. Лариса Мондрус. Ничего не забыла весна. Шорохи листьев, рассветы и ливни. Телевизионные огоньки, бесконечные гастроли, записи на радио, выпуск пластинок. В общем, одним словом, Лариса Мондрус мгновенно стала одной из самых популярных певиц Советского Союза. Лариса купалась в лучах славы до 71 года, когда всесильный председатель гостелерадио СССР Сергей Георгиевич Лапин не запретил Мондрус и многих других певцов показывать по телевидению и передавать по радио. Вокруг Ларисы сразу образовался вакуум. И 2 года они с мужем пытались бороться. Но, увы, все было тщетно. Ты привезешь, только ты привезешь пенье птиц и цветущие вишни. К 73-му году Мондрус и Шварц решили уехать из Советского Союза. Для этого они придумали и осуществили довольно хитроумный план. На земле большой в этот час, все для тех, кто ждет, все для нас.
Чтобы после подачи заявления на выезд из страны их не прорабатывали на партсобраниях в Москонцерте, где они работали, Лариса и Эгил тихо-тихо, без предварительных объяснений настоящих причин, ушли из Москонцерта. И только после этого подали документы на выезд из Советского Союза. Лариса Мондрус с мужем уехали в Германию. И, кстати, Мондрус сделала блестящую карьеру певицы на Западе. Впрочем, об этом я еще обязательно расскажу. Самолеты, корабли плывут, все края.